Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня необычное видео, что касается Таро. У меня было уже одно. Я ссылку на него оставлю в описании. А вот здесь мне в коробочке красоты вот такая колода карт. Их здесь 50. Колода оракула для сердечных вопросов. Лес любви. Вероника Темная. Вот здесь о колоде написано. Больше информации. И у меня еще, кстати, не пользовалась. Просто они лежат у меня тут. Художник Мирабелла Мироша. Наверное, не знаю, в общем. Так они у меня хранятся здесь. Руководство для гадания. Как настроить карту на склад 22 год. Так что годик уже есть. Бумага, кстати, хорошая. Здесь такой шрифт удобный. Вот автор. К или автор. Ну, в общем, как будет угодно. Классная вещь. Вот здесь можно прочитать, что значение значит. Интересно, да? Здесь описание всех 50 карт. Классно. Ведьма. Разница. Ну, здесь значение каждый сам для себя найдет, если купит. Все, кому нужна колода, да вот это вполне, наверное, неплохая, я так думаю. По крайней мере, в коллекцию можно взять. Работать. Вот, почитайте, все вам станет понятно. Теперь давайте посмотрим на сами карты. Так они здесь находятся. На обратной стороне вот это. Я сейчас расклад не буду делать, просто покажу. Снежная, выбор, ноша. Разница. Здесь животные, я смотрю, и люди. Я ни разу обзор на карты не делала, поэтому чисто мое мнение так вкратце. Мирабелла, кстати, хорошая. Хорошо нарисована, детально. Довольно интересно. Интересно. В общем, со смыслом, да, такие? Я не знаю, нужно ли их по очереди складывать. Или нет. Ну, я сложила, вот а я их не трогала, как они были. Интересно, да? Клетка. Одиночество. Интуиция. А почему они? А. 22. 21. Ну вот, пожалуй, и все. Воспоминания, подарок. Где
висела здесь карда. А, да, да, да. 20. Интересно, да? Смотрите. 35, 39, 40. Вот так-то. Вот так, да. Вот так она, кажется, и вот так лежала. В общем, это чем лишь шкатулка для хранения колоды. Вот такое вот. Я не знаю, сейчас это продается или нет. Просто это коробочка Trendy Box была. Так что такая колода в коллекции пригодится. Кто-то говорил, писал комментарии, выбросил. Ну зачем? Я сильно не, я не гадаю как бы. Ну пусть будет. Если мне досталось, значит для чего-то это надо. Опять же я вот ложу в такую коробочку. Так. Инструкцию, руководство. Накрываю крышечкой. И прячу в шкаф. Вот такой мой обзор был у меня. Возможно, еще я куплю вторую, если мне очень понравится. А может, не буду паковать. В общем, вот это моя вторая колода. И она мне нравится. Чисто визуально. Ну что же, на этом я с вами попрощаюсь. Оставайтесь такими же красивыми, счастливыми. До новых встреч. Пока-пока.